Ну вот, шел, шел и обнаружил вот такое вот зрелище. Стоит башня от танка, походу Т-34 или что-то в этом роде. Велик под ним с пулеметом Максим. Даже вон саперная лопатка есть. И вот пулемет. На колесиках, ё-моё. Хотя никакой это не пулемет. Это просто игрушка. Но самое главное, что... Слушай, а показалось, что пулемет точно. Щиток только, и то, наверное, вырезан. Но башня, башня, башня от танка. Ёлки-палки. Трубу, наверное... Не, ну слушай, ствол, наверное, оригинальный. Вот и наконечник только присобачили какой-то. Это у нас район станции Браса. Вот Брасовский мост. Вот туда пошел на межпарк, и там братское кладбище. Вот такая вот фигня здесь стоит. Башня от танка.